Добрый вечер, ассаламу алейкум, уважаемые зрители. Приветствуем вас на Анжи-арене в матче премьер-лиги. С Богатыревым разыграли на пару. Раджаб Магомедов с дальней дистанции наносит удары. Опасно, причем штанга. Игроков Дарго Каргалоев. От него именно и ушел мяч. Удар поворотом, и вот теперь счет открыт. Забивает Магомед Муртазалиев. Вот так вот Иглс быстро. Иглс идет в атаку. Гайрбеков, есть у него предложение справа, но он сам бьет и забивает красивейший гол. Вот так вот Магомед Али Гайрбеков забивает второй. Алиф бьет поворотом, и Муртузов тащит этот удар, падающий мяч. И выбивает на чужую половину, там один Загиров, вроде бы подключается Каргалоев. Раджаб Магомедов, а вот Каргалоев мог забить, пробил не точно. Терян мяч. Муртазалиев, ошибка, Чалаев обошел, Чалаев бьет, Мирзашерифов спасает ворота. Далеко выносит мяч Дарго, Чалаев, передача, пятка отличная, Шихаев, как прочитал здесь Муртузов этот удар, Шихаева. В прошлом, сейчас он, если не ошибаюсь, тренирует вратарей, а Шихаев выступает за команду Легион, Магомедов, и Игл сделает счет 3-0, Магомед Хан Магомедов забивает третий мяч, вот так. Кадимов, Богатырев. Дальше направо Магомедов. Абдулла Магомедов принимает. Магомед Хан Магомедов мог дубль оформить. Мяч остается. Итак, Шихаев. Прямой удар. И Муртузов снова тащит. Нурмагомедов. Магомед Хан Магомедов отдает Богатыреву. Магомедов. А дальше Гайрбеков. 4-0 счет. И дубль Магомеда Али Гайрбекова. Дарго. Бадрудин Байрамов. Перехватывает мяч. Магомед Камиль Абдулхаликов. 3-2. Атака. Абдулхаликов. Удар. И забит один мяч. Разобрался Магомед Камиль Абдулхаликов. У мяча Катина Васов. Внимание, разбор. Прострел. Еще один удар. Шамилев отразил удар свежевышедшего игрока. Шестой номер. Курмагомед Сагитов бил поворотом. Еще одна передача на него. Еще один удар отражает Сагитова. Удзиев. Удзиев мяч вперед. Удар Загирова опаснейший. И как он пробил, вы посмотрите. Здесь Мурту. А здесь, по-моему, Мирзимагомедов помешал. Но сам же на подборе играет Мирзимагомедов. Передача на Загирова. Загиров, какой удар. И снова штанга. Магомед Хан Магомедов на правый фланг. Муртазалиев. Гайрбеков. Прострел. Пустые ворота. Кафлан Курбанов. 5-1. Дарго эту встречу проигрывает.